Всем привет! Меня зовут Катя Соколова, и в этом видео я буду открывать вот такую вот маленькую посылочку, но очень самодельную. Точнее, мне одна подруга, она очень красиво рисует и нарисовала мне на худи. Я мечтаю о кое-каком животном, и оно будет нарисовано на этой футболке. Ну, точнее, худи. И я сейчас уже распечатаю его, но перед началом видео поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Давайте начинать. Вот. Наклеечка. Вот это клей. Ну, кстати говоря, в жизни он гораздо лучше, чем на... Не, вживую. Ну, короче, он гораздо лучше, чем на фото. Мне вот гораздо, мне очень нравится, честно говоря, и не ожидала, что мне прям так понравится, но так здорово прям вообще. Если вы не догадались, то это шпиц. Я мечтала с детства о шпице, и поэтому у меня будет вот такой вот рисуночек. И теперь я буду очень часто носить вот это худи. Еще какой-то конвертик. Вот такая вот милая запись. Если хотите, поставьте на стоп и почитайте ее. Вот. Тут еще пару конфеток. Ну, и давайте наконец-то посмотрим на саму толстовку. Вот такой вот шпиц на пилоне. Он крутится. Я так думаю, это крутяшка на пилоне. И тут такая надпись «Бум». Мне очень нравится. Сейчас я померю и покажу вам. Вот такой, вот так он выглядит на спине. Если что, это ручная роспись. И она делается красками. Ссылочку на нее оставлю в описании. Можете заглянуть к ней в Инстаграм и что-нибудь тоже заказать. Я вам очень сильно советую, мне очень сильно понравилось. Вживую это смотрится гораздо лучше и гораздо красивее. Даже не знаю, у меня прям переполняет эмоции, даже не знаю, что сказать. Но вообще мне очень сильно понравилось. Спасибо тебе огромное, если смотришь это видео. Вот еще раз я покажу. Вот. А тем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!